вы работали в бизнес-структурах, в администрации президента, в исполнительной власти Санкт-Петербурга, на должности губернатора. Сейчас вы трудитесь на законодательном поприще и в штатном Государственной Думе. Вот какие, может быть, особенности каждой из этих профессий, специальностей, и где вот, наверное, больше понравилось, какая вам работа была по душе, или, может быть, в каждой работе есть своя изюминка?